Ребята, зомби зашли в мой дом, помогите, пожалуйста, ребята, зомби съели мои мозги. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в растения против зомби, дорогие друзья. Ну что ж, ребятки, это мой дом, а вот и новые зомбики-футболисты. Так, берем вот этого, наверное, берем мы еще. Вот это мне вообще дымогриб не понравилось, да и пожиратель могил, это такое, какое-то такое. Вот это, так, зомби начинает сражаться за вас, давайте возьмем вот это. И, естественно, без этого никак. Так, ну и давайте, наверное, возьмем... это что у нас? Солнцегриб? Не, солнцегриб тоже нам не нужен. Давайте возьмем вот такой вот. Все, ребятки. Погнали! Могила. Ребята, надо было взять пожирателя могил. Как-то я немножко не рассчитал. Так, ну ничего, ребятки, не стоит расстраиваться. Так, давайте, все равно бесплатно. Давайте будем ставить. Будем сажать наши растения, дорогие друзья. В прошлой части мы с вами реально очень круто поиграли в эту игрушку. Очень много... Сейчас зомби... Зомби пришли, ребята. Вот нам говорят, что зомби пришли. И вот он, ребята, идет. И он говорит, мозги. Ребята, я не знаю как, но его нам надо потихонечку, ребятки, уничтожить. Таким образом насажать нам надо больше подсолнухов. Давай быстрей рожайся, подсолнух. Давай рожай, солнышко, пожалуйста. Зомбики идут. Ух, и долго. Реально долго, ребятки, ждать следующего солнышка, пока они нарожают нам солнышек, эти подсолнышки. Меня уже, ребятки, могут съесть. Это, ребятки, не есть хорошо. Так что стоит нам тут выстраивать отличную оборону. Так, ну что ж, вот тут, наверное, мы можем с вами вообще посадить какую-то штучку. Так, монеточку забираем себе. Отлично, солнышко мы получили, ребятки. А, мы посадили бомбу, я думаю, почему мы не можем забрать подсолнух? Потому что мы посадили бомбу здесь, ребятки, я здесь забыл. Так, все, ребятки, садим подсолнух. Это просто отличненько, просто замечательно, дорогие друзья. Все, у нас уже есть нормально подсолнухов. Так, давайте поставим здесь. А, этот сейчас взорвется на бомбе здесь как раз, ребятки, видите? Мы можем поставить туда... А, картошку мы туда даже поставить, ребятки, не можем, потому что мы можем зато... Вот так вот, футболист, ребята, зомби-футболист, вот это прикол. Таких приколов я еще не видел, ребятки. Так, ну что ж, дорогие друзья, один зомбик у нас подорвался, это просто замечательно. Давайте заберем солнышко и будем дальше сажать наши подсолнухи и забирать солнышки. Так, ну это мне очень, ребятки, не нравится, что ночью не вырабатываются солнышки, дорогие друзья. Потому что довольно-таки очень сложно играть в эту игру и практически проигрывать постоянно. Потому что мне постоянно, ребятки, не хватает солнышек. Вы же знаете, какой я требовательный. Так, это мы можем поставить. Вау, ребята, посмотрите, кто бежит. Ребята, вы видели? Он вообще, ребята, посмотрите, хавает, не хочет. Вот так вот, пускай хавает. Он неубиваемый просто какой-то, ребята. А, вот еще один идет, ребята. Сюда уже надо, конечно, ставить грохострел, потому что что-то я как-то не доглядел, дорогие друзья. Немножко не доглядел. Надо было ставить туда орешек, ребята. А орешек долго еще будет рожаться. Давай, Реша, рожайся побыстрее. Давай, мне надо вас как-то задержать. Давай быстрее, он сейчас съест меня, помогите. Ребята, он съел моего второго, не дай бог этого съест. Давай убивайся быстрее, все, отлично. Ребятки, быстрее, ставим орешек. Не там поставили, ребята, все, хана, мне хана, ребятки, мне хана. Мы даже гриб уже посадили. Все, ребятки, все. Так, чуть-чуть, конечно, неправильно, ребятки, мы с вами поступили, но тем не менее мы с вами продолжаем сражаться. Ребята, все, мои хавают растения. Отлично, всех переехало, прикольно. И тут, наверное, всех сейчас переедет. Отличненько, дорогие друзья, просто супер. Так, здесь вот этого ставим. А он, ребята, не идет, а бегает, зомби-спортсмен, вы видели?
С какой скоростью он, ребятки, бегает? Зомби-спортсмен это, чувак, я так понял, очень серьезный. Давайте их притормозим немножко. Ребята, меня сейчас здесь все. Там бомбу мою съедают. Да что ж ты будешь делать? На мое ранчо напали. Надо заново строить, ребята, подсолнухи, потому что мои подсолнухи реально посъедали все. Так, давайте немножко по-другому сейчас сделаем. Нам надо очень грамотно подумать, как нам нужно использовать эти солнышки. Давайте спорогрибы пускай стреляют в них. Да что ж такое-то, а? Ребята, спорогрибы мои съели. Этот спортсмен, что ли, неубиваемый? Да что ж ты будешь делать, а? Что за спортсмен такой, а? Я не понял. Так, давайте их немножко вот таким образом притормозим. О, отличненько, дорогие друзья. И мы с легкостью прошли этот уровень. И мы с вами что-то заработали. Он стоит 25 солнышек. Так, дальнобойный стрелок, который прячется при приближении врага. Отлично, вот что мне нужно. Это мне и нужно было, ребята. Дальнобойный стрелок, это очень круто. Так, вот этот идет ко мне в гости. Наверное, на всякий случай возьмем с вами вот этого. И вот, наверное, давайте, солнышек все равно мало, наверное, вот грибочек пускай будет. Так, ну все ж, ребятки, погнали, ребяточки, посмотрим, зомбики уже, ребятки, ждут нас. Так что нам, собственно, осталось только начать играть, дорогие друзья. Так, давайте будем сажать, ребятки, подсолнухи и, собственно, расставлять уже потихонечку наши споровички. Я считаю, что здесь уже можно будет поставить споровичок. Здесь тоже, бесплатный. Так. Давай, солнышки. Зомби пришли. Давай быстрее, солнышко, рожай мне, и я поставлю туда. И я поставлю туда дальнострелкового чувачка. Давай быстрее, давай. Солнышко, пожалуйста. Опа. Все, ребятки, и мы ставим здесь этого чувачка, который будет стрелять в нашего зомби. Все, отлично. Таким образом, ребятки, наш зомбик будет постоянно убиваться. Это просто отлично, просто замечательно, я даже считаю. Смотрите, ребята, он развалился просто на глазах, реально. Так, здесь тоже зомбик, давайте пока поставим такую штучку, ребятки. Так, солнышки, надо рожать быстрее, давай быстрее рожайся, солнышко. Так, пока мы здесь бьемся с зомбиками, нам нужны еще подсолнухи, ребят, потому что зомби идут и идут, а подсолнухов у нас практически, ребятки, не хватает. Так что здесь уже нужно думать, что нам нужно делать. Так, ну что ж, погнали. Давай, рожай, солнышко, быстрее, я куплю второй подсолнух. Ребятки, зомбики идут. Так, все отлично, второй подсолнух, уже у нас их два. Все, теперь мы сможем в два раза больше покупать зомбиков. Это просто отлично, просто супер эффект, я даже вам хочу сказать. Отличненько, 25 у нас есть, дорогие друзья. И мы с вами, наверное, лучше дождемся еще 25 и посадим еще один подсолнух. Давай пути вот так вот, наверное, сделаем, потому что нам нереально продержаться, очень сложно продержаться. Нам надо подсолнуха, ребятки, хотя бы 3, 4, 5, хотя бы 6, 7 подсолнухов нам надо, ребятки, обязательно посадить, чтобы они у нас были, потому что без них, ну, просто реально никуда, ребятки. Так, отлично, дорогие друзья, давайте, собственно, с вами теперь займемся переработкой зомби. Будем сажать их. Все, 3 солнышка, ребята, это уже намного лучше, это, конечно же, лучше, чем одно солнышко. Потому что, ребятки, одно солнышко практически ничего нам не дает полезного. И вы сами это понимаете. Мозги. Так, ребятки, мозги мозгами, ребятки. Они съедят меня, это понятно. Но нам же надо проходить эту игру, дорогие друзья. Растения против зомби ждать никого не будут-то. Нам надо постоянно играть в эту игру, ребятки, чтобы ее пройти. Так, отличненько, ребятки. 5 подсолнухов мы с вами уже купили. Посмотрите, все как быстро у нас продвигается. Если делаешь, то всегда будет, конечно, обязательно, дорогие друзья. Так, вот, у нас уже есть. Отличненько, ребятки, 3, 4, 5, 6 подсолнухов у нас, ребятки, с вами есть. Давайте купим новые подсолнухи, дорогие друзья. Все, новый подсолнух, ребятки, мы купили. Мозги. Так, ребятки, давайте притормозим немножко зомбиков. Там, так, и, собственно, наверное, накупим новых грибов, которые стреляют. И пробивают все, что видят, ребятки, на своем пути.
отлично, отлично, ребятки. Все просто супер, я считаю. Я считаю, что все просто супер. Так, ребятки, посмотрите, я его накормил грибом, и он пошел в другую сторону. Прикольно, да, скажите? Он съел своего, ребята, зомби съел своего, вы видели? Я его накормил грибами, и он начал хавать своих зомби, ушел против них. Вот это, ребятки, уже в действительности круто. Я не ожидал, что так будет, прикольно-то. Наверное, оставим пока что, без смысла взрывать там ее нет, ребята. Будем ждать что-то поинтереснее. Так, ребятки, отличненько, солнышки нам вырабатывают все, что нужно. Так, вот так вот мы сделаем. Пускай съест гриб и идет назад. Отлично, просто супер. Ребятки, посмотрите, он наелся грибов и пошел после своего, после этих, против своих воевать. Скажите, классно. Это разве не замечательно? Это просто, я считаю, круто. Это просто круто. Так, 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 подождите. Ребятки, я получил монетку. Я получил монетку. Это просто замечательно. Давайте, наверное, взорвем, что ли? О, отлично, ребята. Я много зомбиков подорвал сразу, вы видели? Так, солнышки забираем. Так, здесь у нас из обороны практически ничего нету, да? Бессмысленно сейчас это ставить, потому что они съедят это. Так, грибы, ребятки, грибы, грибы, грибы. Давайте здесь поставим грибок. Пускай сразу отбивает атаку. Дорогие друзья, ну что, давайте этого выкопаем, поставим сюда этого. Наверное, вот этого выкопаем, поставим сюда вот этого. Еще раз, ребятки, мы выкопаем его и поставим вот этого. Так, кого еще мы можем выкопать? Давайте, наверное, вот этого выкопаем, ребятки, и поставим сюда. Ого, сколько зомби! Откуда они, ребята? Они вылезли из могил, их так много! Бабах! Ребята, вот это да! Вы видели, откуда их столько... Откуда их просто зомби этих столько берется-то? Да что ж ты будешь делать, ребята, я же попросту проиграю. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, я не успею, я проиграю. И все, дорогие друзья. И таким образом, с этого ничего хорошего сейчас не выйдет. О, отлично, он начал своего хавать, вы видели, ребята? Тот чужой зомби начал хавать своего. Вот это прикольно. Ребята мои эти хаваются. Да что ж ты будешь делать? Пускай вишенка. Это только вишенка, наверное, ребятки, может нас спасти. Больше ничего. Реально. Реально больше ничего. Только вишенка. Давай, вишенка, грузись быстрее. Все, ребята. Вишенка нас съела. Все, этого мы съели. Ну а что ж, а он даже нам ничего, даже, ребятки, не сможет сделать. Потому что он хавает, ребятки, этот орех. А куда же мы поставим этого? Давайте подумаем-то. Даже мы не поставим. Это нужно ждать, чтобы он доел орех, либо ждать, ребятки, бомбу. Потому что другое дело не будет идти. Только так. Так что надо, ребятки, подумать. А, то, собственно, давайте ему, пускай его переедет надо. Пускай доедает орех и пускай его переезжает, ребятки, машинка. Я таким образом думаю, что все должно пройти гладенько и четенько у нас все. Все, сейчас его машина переедет, и все, ребятки, смотрите. Все, ребятки, мы прошли этот уровень. И мы с вами, ребятки, что-то открыли. А что это такое? Давайте-ка посмотрим. Это мы с вами открыли новое растение. Временно останавливает всех зомби на экране. О, вот это круто в действительности. Вот это мне нравится. Давайте, наверное, купим его и посмотрим, на что оно, ребятки, способно. Так, вот это берем обязательно, дорогие друзья. Вот это тоже, ребятки. И вот это давайте возьмем. Ну, будем пока без паровичков, ребята, обходиться. Погнали. Так, нужно было пожиратель могил, конечно, взять, чтобы они не здесь из могил не вылезали у меня, ребятки. Так, солнышко, давай быстрее рожай солнышко мне, потому что мне надо срочно покупать уже оборону. Уже у меня нету, ребятки, бесплатных этих
с паровичков, которые спорами стреляют. Так что мне нужно стараться только стрелять вот такими вот штуками. Мозги. Слышали, ребятки, как он прикольно говорит? Мозги. Так, 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 так. Ребятки, ждем, пока солнышко, пока подсолнух нам, ребятки, все-таки родит солнышко, дорогие друзья. И таким образом мы с вами сможем уже что-то предпринять, ребятки. Так что давайте соберем его отличненько. Ребята, тут еще один оказывается. Нам приходится делать вот так вот, потому что, ребятки, он нас попросту замочит. Так, дорогие друзья, ну что ж, погнали. Так, я думаю, он не успеет дойти, его убьют. Мне надо подсолнухи сажать, а не зомбиков уничтожать, ребятки. Мозги. Так, мозги, дайте мне, пожалуйста, подсолнух. Рожай быстрее, солнышко. И я жду еще раз от тебя одно солнышко. И я жду... хочу посадить уже наконец-то эту. Хочу уже наконец-то посадить эту. Скажите мне, пожалуйста, как зовут? Хочу наконец-то уже посадить этого. Подсолнух еще один. Ребята, здесь еще один зомби идет. Надо приходится ставить вот такой споровичок опять. Да что ж ты будешь делать-то, а? Сколько их будет идти, ребятки, этих зомбиков? Мне просто необходимо, жизненно необходимо, ребята, еще одно солнышко для того, чтобы опять надо нарожать мне этих солнышек. Подсолнухов надо насажать, ребятки. Подсолнушек, пожалуйста, поторопись, пожалуйста. Мне так важно твое солнышко, ведь с неба я их не получаю. Быстрее, 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 быстрее. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Давай, давай, еще совсем немножко. Я знаю, ты сможешь, я верю в тебя. Я в тебя верю. Так, отличненько. Все, ребятки, второй подсолнух мы посадили. Но сейчас зомбик нас может реально, ребятки, съесть. И это не есть, ребятки, хорошо. Реально, это очень плохо. Я не знаю, успеет ли его убить. Да, ребятки, его успело убить, дорогие друзья. Здесь мы давай начнем тоже потихонечку стрелять в него. Но я не знаю. Вон, ребята, зомби Майкл Джексон. Вы видели? Ребята, зомби, который танцует. Ребята, вон он, этот зомби. Вот они танцуют и идут. Ребята, вот эти зомби. Зомби Майкла Джексона идут. Ребята, спасите меня, пожалуйста, на меня. На меня напали зомби Майкла Джексона, пожалуйста. Посмотрите, ребята, зомби Майкла Джексон танцует. Так, этого сейчас переедет, потому что реально я не успеваю, дорогие друзья. Ну, как-то не крути, я реально не успеваю и все. Так что будем потихонечку проходить по-другому. Я даже, ребятки, не успеваю купить себе подсолнух. Еще один. А мне обязательно надо его купить, ребятки, потому что я проиграю. Поставим здесь, там уже, ребятки, все равно машина переедет их. Этих зомбиков, которые танцуют и идут на мое болото. Ой, болото, я уже в атаку на болоте переиграл и говорю на мое болото. Которые идут, ребятки, на мою эту. Все, отлично, ребятки, Майкла Джексона переехали. И этих зомбиков тоже сейчас переедет. Ребятки, мои все подсолнухи съели. Вы представляете, как такое вообще возможно? Давай быстрее рожай подсолнухи, и мы будем сажать заново. Ребята, это никуда не годится. Давай быстрее подсолнушек разожай солнышко, и я буду садить по второму кругу. Ну давай, ну что ты танцуешь? Давай рожай, пожалуйста, быстрее роди, роди, роди подсолнушек мне хоть один. Так, ну что ж, ребятки. Что-то он так долго, прям я прям не могу. Вот все, ребятки, вот все, второй, поехали. Давай, нам надо опять подсолнуха. Приближается большая волна зомби, ребятки. И это не есть хорошо, потому что мы можем проиграть, дорогие друзья. Это очень плохо. Последняя волна, ребятки. О, опять Майкла Джексона идут. Да что ж ты будешь делать? Посмотрите, сколько зомби идут, ребята. Но это никуда не годится, я вам хочу сказать. Абсолютно никуда. Ну реально. Реально, я ничего не могу сделать. Я не могу ни посадить, ни остановить их. Ничего. Я могу этих только остановить временно, ребятки, и все. А эти зомбики танцуют и идут на мое болото. Я немножко неправильно сделал, но ничего, в следующем уровне мы поступим немножко, ребятки, по-другому. Надо было нам споровички все равно брать, ребятки. Так, ну здесь понятно, мы забрали, ребята, все. А там к нам пришли уже зомбики, да? Все, ребятки. Зомби зашли в мой дом. Помогите, пожалуйста, ребята. Зомби съели мои мозги. Да что ж ты будешь делать? Конец игры. Попробовать снова, дорогие друзья. Отлично, ребятки. Мы с вами сегодня прошли только один уровень. На втором уровне, ребятки, мы застряли. Но ничего, мы с вами его, ребятки, обязательно пройдем в следующий раз. А этот эпизод, дорогие друзья, подошел к концу.
Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Подпишитесь обязательно на мой канал, поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. И не забываем, ребятки, нажимать на колокольчик, чтобы получать мои новости. Ну что ж, дорогие друзья, пока-пока, в следующих сериях.